Сегодня в Хабаровске у пассажира самолета авиакомпании «Нордвинд», прилетевшего с Пхукета, была обнаружена повышенная температура тела. Борт прибыл в 3 часа ночи по местному времени. В салоне находились 270 пассажиров и члены экипажа. Все они были на некоторое время отправлены в накопитель. На месте работали представители Роспотребнадзора и медики. Обследование проходило в штатном режиме. К утру мужчине был поставлен диагноз ОРВИ. Пассажиров отпустили домой. Между тем, по официальной информации, в Хабаровском крае зараженных коронавирусом нет. В России сейчас зарегистрировано 3 случая. Смертельно опасную болезнь они подхватили на лайнере у берегов Японии. Принято решение с 1 марта закрыть авиасообщение России с Южной Кореей.